В Усть-Куломе собирают новогодние подарки для военнослужащих. Инициаторами акции стали местные предприниматели. К отправке готова первая партия. В каждый новогодний кулек вложили письмо от сельских школьников с пожеланиями и поздравлениями. Напомним, еще в начале мая районный дом культуры стал единым центром сбора гуманитарной помощи. С разных уголков нашего района возят гуманитарную помощь, привозят и одеяло, и обувь для военнослужащих, и продукты питания, котелки, вот разные необходимые вещи, там лекарства, гигиенические какие-то принадлежности, зубная паста, мыло, шампуни. Ну вот очень люди активно подключились к сбору помощи гуманитарной. Сегодня в Усть-Куломском районе организовано 14 пунктов сбора гуманитарной помощи в администрациях сельских поселений и социальных центрах.